People's Star. Russian. Internet television. Ну что ж, это YouTube, и мы все такие красивые, стоим здесь на показах, на всех, так сказать, вот этих вот прекрасных праздниках, в преддверии замечательного, правда, западного праздника, который называется у нас День Святого Валентина. Ну что ж, несколько слов о Валентине-то. Может быть, поздравишь страну? Я поздравляю всех с 14 февраля, с праздником любви. Я желаю всем любить всю свою жизнь. Посмотри, как здорово замотался шнурок. Вот тебе как раз по цвету будет. Ну что ж, и представители наших, скажем, коллег телевизионных структур тоже. Турецкая телекомпания под названием... TMB. Который скоро будет вещать тоже в нашей стране. YouTube первый об этом говорит. Несколько слов. Мы поздравляем всех. Действительно великолепный праздник любви. Побольше любви, и я уверен, во всех сферах все получится. Поздравляем всех. Ну что ж, мы можем только к этому присоединиться, потому что ибо любовь, в том числе любовь к интернету, к телевидению, это все равно любовь. Спасет мир. Ну, спасет однозначно. Спасет. А где ваше слово-то, вот я не вижу? Наше слово у Аллы Маркиной, я прошу прощения. Вы отдали ей свое слово? Да. Я думаю, только на сегодня. А так свое слово за нами. Вы его в аренду даете, да? На самом деле это жалкая пародия на ту скульптурную инсталляцию, которую мы собираемся сделать в Москве. Я еще раз повторюсь, что это огромные скульптурные буквы, несколько метров высотой, которые планируется установить в одном из парков города Москвы. Это известное направление в искусстве, называется стрит-арт. Не нами это придумано, это Роберт Индиана, который сделал это в Нью-Йорке. И это получило огромную популярность у людей. Наше слово, это, я надеюсь, что это станет местом паломничества и... Опять же повторюсь, свадебной истерии. Да, 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 да. Я опять же повторюсь, что через букву О будут проходить люди, молодожены, просто влюбленные, и они никогда не разведутся, все будет хорошо. Если их не разведут, а через мягкий знак пусть проходят те, кто хочет, чтобы потенция была у него как твердый знак. Хорошая штука. Как ты думаешь? Я думаю, для этого то через твердый знак тоже не пройдешь, и через мягкий тоже. Там да. Ничего не поможет. Твердого знака нет в этом слове, я прошу. Я говорю, через мягкий. Нам через мягкий, чтобы получилось как твердый. Ну что ж, друзья, вот так весело. Мы накануне Дня всех влюбленных встречаемся здесь, на Житной 10. Это уютный ресторанчик. Да, я на самом деле очень серьезный человек. Да, мы все тут серьезные люди, поэтому не смотрите на наши лица. Сегодня просто все в хорошем настроении. Да. Телеканал TMB, да? Да. Супер канал, я очень рекомендую всем. Отлично. Вы первый YouTube, кто об этом говорит. Да, мы первый YouTube, кто об этом говорит, и мы еще и People Star TV. Специально для всех, кто любит смотреть о звездах. Для звезд, вот скажем так. Я знаю, это очень популярный телеканал. Да. Интернет-телеканал, я знаю. Да, спасибо, да. Друзья мои, за, так сказать, добрые слова. Мы сейчас чуть-чуть попозже выключим камеру и переместимся попить кофе. С чем мы вас тоже поздравляем. До новых встреч. До новых встреч.